Накрывшие регион обильные снегопады стали испытанием на прочность для дорожных служб и городских властей. Снегом завалило Кузбасс, а жалобами первых лиц региона. Множество криков о помощи поступают в социальные сети губернатора. В Кемерове из-за несвоевременной уборки пробки 9 баллов. В Топках не выходит транспорт в рейс. В частном секторе, если чистят, то блокируют снегом заборы и ворота. Баринский не чистит пешеходные тротуары. Люди идут по проезжей части. Я вас собрал на внеочередное совещание. Это внеочередное совещание связано с огромным количеством жалоб в мой адрес от жителей Кузбасса. Эти все жалобы сейчас массово связаны с состоянием дорог. Губернатор отметил, что дорожные службы и управляющие компании плохо справляются с обязанностями по расчистке дорог, дворов и внутриквартальных проездов от снега. Улицы очищают от снега не полностью, подходы к пешеходным переходам зачастую заблокированы. Коллеги, что происходит? Вы прекрасно знаете прогноз погоды. Достаточно четко, предсказуемо гидрометеоцентр дает ситуацию, по крайней мере, за сутки, и вы могли видеть, что будет снегопад в этот день. Почему заранее никто не подготовился? Почему заранее не были выведены машины на уборку снега? Почему нет реакции на обращение жителей в мой адрес? Вы должны смотреть мои сети и быстро реагировать, и тут же быстро устранять. Люди, которые обратились ко мне, это значит, что вы им не могли помочь. В конце совещания Сергей Цивилев поручил главам лично сесть в автомобили и вместе со своей командой объехать и проверить все городские территории. Галина Ильина, Ленинск ТВ.